Пьяные водители могут лишиться своих автомобилей. Такое предложение выдвинуло Министерство внутренних дел России, передает ТАСС. Подобное уже предлагал депутат Госдумы Максим Иванов. Согласно его идее, у водителей, которых за один год дважды останавливали за рулем в нетрезвом состоянии, должны будут изымать транспортное средство. 24 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности для водителей, сбежавших с места ДТП, при котором погибли или же пострадали люди. Теперь водитель, который скрылся с места происшествия, в котором есть пострадавшие, будет наказан как пьяный водитель. Это означает, что при аварии, в которой погиб один человек, нарушитель будет лишен свободы сроком до 4 лет. Если погибло два и более человека, от 4 до 9 лет. Напомним, что прежде скрывшийся водитель лишался водительских прав сроком от 1 года до 1,5 лет или же подвергался административному аресту до 15 суток.